Самоуправление Даугавпилсского края решило упорядочить жизнь латгальских фермеров, занимающихся производством спиртных напитков собственного изготовления. Разработаны и утверждены правила, на основании которых желающие смогут получить разрешение. По словам юрисконсульта Думы Андреса Слесарса, нововведение стало ответной реакцией на реальную ситуацию в сельской среде. На данный момент появилось много крепких крестьянских хозяйств, в которых появляются уже излишки, которые не могут реализовать. То есть яблоки, там, фрукты и все остальное. Такое, из чего можно сделать самодельный алкоголь. Ну, то есть вино. Также можно производить уже и продукты перегона. Это самое. То есть необходимость, к нам начали крестьянские хозяйства с просьбой такой разрешить производство алкоголя на дому. Самое главное, подчеркивает специалист, речь идет лишь о собственном производственном сырье. Если кто-то, скажем, закупает для этих целей спирт, разрешение будет немедленно аннулировано. Для получения же последнего нужно не так и много. Регистрационные данные коммерсанта, указание объема и ассортимента, копии лицензии и добро от продовольственно-ветеринарной службы. Кроме того, определенным критериям должно соответствовать и место. Запрет распространяется на близость с госучреждениями, образование и спорта, а также многоквартирные дома. Производственный процесс обязан не нарушать покой окружающих и общественный порядок. В большей степени, полагают, самоуправление был просто систематизирован и использован положительный опыт коллег. Эта проблема у нас, может быть, не столь актуальна была, но в других самоуправлениях такие обязующие правила уже существуют очень давно. Такие обязующие правила существуют даже в Риге. Из тех самоуправлений, которые мы там узнавали, то есть это есть в Бауске, есть в Гелгаве, и в многих других самоуправлениях. Принятый проект, по единодушному мнению депутатов, будет способствовать в первую очередь развитию туризма в Южной Латгалии.